17 сентября сегодня начался второй этап учения «Запад-2017». В ходе этого этапа в течение 4 дней, я кратко напомню, что с 17 по 20 сентября отрабатываются вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства. В условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия, всестороннее обеспечение в интересах решения поставленных задач. Штабам всех уровней в течение этого этапа предстоит выполнить задачи, связанные с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок условного противника, ведении контрдиверсионной борьбы диверсионными разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск будут отработаны вопросы по ведению оборонительного боя, мероприятий обеспечения живучести, осуществления смены районов сосредоточения, поиска, блокирования и уничтожения диверсионных разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, в том числе при поддержке авиации. Отработка этих вопросов осуществляется на фоне следующей обстановки. Условный противник 17 сентября нанес массированные ракетные и авиационные удары по территории республики, а в дальнейшем при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии перешел в наступление сухопутной группировкой войск. Непосредственно сегодня, 17 сентября, на полигонах Борисовский и Осиповичский белорусскими и российскими подразделениями и состава региональной группировки войск выполнялись мероприятия сохранения боеспособности, отражались удары средств воздушного нападения условного противника составом дежурных сил. Артиллерийские подразделения отработали вопросы ведения артиллерийской разведки, выполнения мероприятий подготовки управления огнем, участия в массированном огневом ударе. На полигонах Лепельский и Лосведа проведен розыгрыш разведывательно-поисковых действий в районе по поиску незаконных вооруженных формирований, а на полигоне Доманово розыгрыш боевых действий по участию в отражении массированного ракетно-авиационного удара. Кроме того, на полигоне Доманово самолеты Як-130 военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и самолеты Су-34 воздушно-космических сил Российской Федерации отработали вопросы нанесения ударов по условному противнику, осуществляя сброс авиационных бомб, пуски неуправляемых ракет, расчеты зенитных ракетных комплексов ОСА АКМ 147-й зенитно-ракетной бригады, провели боевую стрельбу по мишеням, имитирующим воздушные цели на малых высотах. Это на полигоне Доманово. Вопросы пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, уничтожения средств противовоздушной обороны условного противника российскими и белорусскими вертолетами, а также нанесение авиационного удара по позициям условного противника отработано на полигоне Ружанский. Несколько подробней о розыгрыше боевых действий на данном полигоне. 210-й авиационный полигон Ружанский, он расположен в 25 километров севернее города Береза. Общая площадь полигона составляет 7500 гектаров, что позволяет выполнять обширный перечень учебно-боевых задач, в том числе организовывать боевую стрельбу реактивных систем залпового огня, применять истребительную, бомбардировочную, штурмовую и армейскую авиацию. Возможности полигона позволяют проводить бомбометание авиационных бомб калибра до 500 кг, включительно. Пуски управляемых и неуправляемых ракет, боевое применение беспилотных авиационных комплексов, а также войсковые испытания новых образцов прицельного оборудования воздушных судов и средств поражения.
17 сентября на полигоне в рамках мероприятия второго этапа учения по управлению группировками войск в ходе оборонительной операции региональной группировки войск отработаны вопросы применения авиации Республики Беларусь и Российской Федерации, то есть вопросы совместных действий авиации единой региональной системы ПВО Беларуси и России по уничтожению условного противника. В частности, российскими вертолетами К-52 осуществлялась доразведка целей, после чего пара вертолетов К-52 уничтожалась в мишень, имитирующая радиолокационную станцию. В дальнейшем российскими вертолетами Ми-28Н и белорусскими Ми-24 осуществлено уничтожение мишени, имитирующей средства противовоздушной обороны в коридоре пролета авиации. Отработаны вопросы доразведки целей российским самолетом Су-24МР, после чего самолетами Су-25 ВВС войск ПВО Беларуси нанесены удары по мишеням путем сброса бомб, пуском неуправляемых ракет и стрельбы из пушек. В дальнейшем российские самолеты Су-34 наносили удары по взлетно-посадочной полосе условного противника, осуществляя сброс авиационных бомб и пуски неуправляемых ракет. Самолеты Як-130 Республики Беларусь действуя парами осуществили сброс авиационных бомб по мишени, имитирующей автомобильные мосты, макеты грузовых машин. Самолетом Су-24МР в дальнейшем проведена фотосъемка результатов ударов авиации. На полигоне Ружанской за действиями авиации Беларуси и России наблюдали приглашенные представители от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии, которые прибыли вчера для наблюдения за ходом совместного стратегического учения, а также представители средств массовой информации, в том числе зарубежных. 18 сентября, завтра, штабы различных уровней продолжат отработку вопросов, связанных с управлением войсками при ведении маневренной обороны. На полигоне Борисовский белорусские и российские подразделения отработают вопрос ведения оборонительного боя. Действия общевойсковых подразделений будут поддерживаться огнем артиллерии и ударами авиации. На полигоне Лепельский будет отработан вопрос поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации с розыгрышем боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного формирования с этапом боевой стрельбы. На полигоне Осиповичский подразделения вооруженных сил Беларуси и России отработают вопросы ведения оборонительного боя и проведения контратаки. Подразделения практически осуществят ведение боя на оборонительном рубеже и создадут условия для проведения контратаки. Подразделения сил специальных операций отработают вопросы ведения разведки мест размещения диверсионно-разведывательных групп условного противника и групп незаконных вооруженных формирований и проведут мероприятия по их блокированию и уничтожению с применением авиации непосредственной поддержки. Подразделение территориальных войск в Глубокском районе Витебской области продолжит решение задач по поддержанию военного положения, охране объектов инфраструктуры и системы жизнеобеспечения, отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника и ликвидации последствий нападения. В ходе учения проверяются возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники, как отечественного, так и совместного производства. В ходе розыгрыша тактических эпизодов принимают участие бронированное транспортное средство «Кайман» с пулеметным модулем, противотанковый ракетный комплекс «Шершень» на базе легкобронированного автомобиля В-1, беспилотный авиационный комплекс «Москит», реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» и другие. В рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами по инициативе Латвийской Республики в период с 13 по 16 сентября текущего года Республика Беларусь приняла инспекционную группу. Представителями Вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов Борисовский, Лепельский, Лосвида,
и участка местности Дретунь. Группе была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Инспекционной группе была предоставлена также возможность ознакомления с военной техникой, возможность увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск. По результатам проведения инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Республики Беларусь. Я благодарю вас за внимание.